Правила ввоза на территорию Приднестровья замороженного мяса и готовой мясной продукции изменились. Соответствующие поправки в закон о таможенном тарифе вступили в силу с 1 января. Это было сделано в целях усиления государственного контроля за импортом мясной продукции. Согласно указу президента, физическим лицам запрещен ввоз замороженного мяса и готовых продуктов из мяса в количествах, превышающих нормы для личного потребления. Напомним, норма беспошлинного ввоза в Приднестровье для физических лиц составляет 10 килограммов. На сегодняшний день физическим лицам разрешено беспошлинно ввозить для личного потребления не более 10 килограмм мяса. В эти 10 килограмм включаются мясо свежее, охлажденное и замороженное. Кроме того, беспошлинно разрешается ввозить до 10 килограмм готовых продуктов из мяса. В случае ввоза на территорию ПМР физическим лицом мяса свежего и охлажденного в количестве более 10 килограмм с части, превышающей установленную норму, подлежит уплате таможенной пошлины. В соответствии с указом, юридическим лицам запрещается ввоз в Приднестровье подакцизных товаров, мяса и готовых продуктов из мяса в случае, если с даты госрегистрации юридического лица прошло менее одного года. Данная норма не распространяет свое действие на юридические лица, состоящие на учете в таможенных органах как участники внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2013 года.